Hadi bakalım bir şey kaldı. Şükür düşün bir şey kaldı. Нам нужно было выигрывать этот матч, потому что он был последний. Прибавили хорошо и в движении, и в скоростях, и в физике, и в технике. В общем, в целом прибавили. На поле было все видно, я думаю. Что можешь сказать о новичке Хане, который сегодня провел свой второй матч за «Спартак»? Ничего плохого не могу сказать. Хороший футболист, атакующего плана, много обостряет. В принципе, не видел, что потерял мячи, так что надеюсь, со временем он вольется в коллектив и в нашу командную игру. Осталось, наверное, сколько недели до, примерно неделю до официальной игры. Официальная игра покажет, как мы готовы на самом деле, поэтому будем ждать официальной игры. Ожидаешь полный стадион открытия арены 15 февраля? Конечно, ожидаю, конечно. И думаю, что будет полный стадион. Морозная погода не смущает? Я думаю, не смущает такой матч Лиги Европы. Поэтому, думаю, все придут, будут поддерживать нас. Ну что ж, хорошего отдыха. Пусть это один день, ну, да. А потом снова, засучив рукава, заработаем. Да, спасибо большое.